Доброго времени суток, дорогие дамы и господа. Сегодня, как обычно, будем говорить о нашей недельной главе. Наша глава называется «Ахараймот. После смерти двух сыновей Аарона, Надава и Авиу, но о них мы даже в этом году говорили. И эта история часто встречается в Торе. Она очень поучительна. Но мне кажется, что центральным моментом этой главы это описание служения в храме в самый святой день в году в Йом Кипур. И в частности в служения первосвященника. И начинается это служение с того, что говорится, что точнее не начинается, а именно культивационный момент этого служения говорится о том, что священник должен очистить себя, очистить свою семью и всю общину Израиля. Бесспорно, иудаизм общин, общественная, или я действительно бы сказал, общинная религия, или образ жизни религия, это неправильные слова, и мы с вами говорили об этом неоднократно, для того, чтобы правильно помолиться, нужен миньян, 10 мужчин, еврейских мужчин, которые, как и на впервые в Торе, мы им встречаем слово община, когда говорится о 10 еврейских мужчинах. Для того, чтобы сыграть хорошую свадьбу, нужно много гостей, жениха с невестой, таскают по разным домам в течение первой недели, устраиваем там вечеринку, чтобы увеличить это благословение за счет новых э, э, людей. Э, да и грустные моменты. Точно так же такая, э, кроме того, что это большая митца, участвовать в похоронах. Есть еще другая заповедь это навещать скорбящих заповедь Шива, где просто своим присутствием и созданием компании скорбящему, в доме скорбящего, мы уже оказываем поддержку. Община категорически важна для иудаизма, и она стоит в центре вообще нашего образа жизни. Точно так же и священник. Священник несет, несет ответственность за весь еврейский народ в Емкипур, и поэтому он в первую очередь в ответе за очищает всю общину Израиля. Но сегодня, к сожалению, пока храм еще не восстановлен, и мы не можем собираться в храме и следить за это безумно впечатляющим безумно служением в храме в ⁇ йом пур, с переодеваниями, огнем и так далее. И кульминационный момент, когда священник заходит, святая святых. Но эта фраза, она остается в Торе. Соответственно, она имеет отношение к каждому из нас. Сегодня каждый из нас. Он священник и даже первосвященник. Так изначально было задумано, когда мы получали Тору на горе Синай, было сказано, что вы мой народ священников. И как эта фраза относится к нам с вами, я вам предлагаю прочесть ее наоборот. У этой фразы есть и обратная сторона. И начать с конца о том, что мы несем ответственность за общество, мы общину, мы несем ответственность за семью и за себя самих. Или другими словами, если вы видите, что-то что-то что не так в обществе или в общине, и вы хотите это изменить к лучшему, сделайте шаг назад, измените что-то к лучшему в первую очередь в своей в своей семье. Если вы хотите что-то изменить в своей семье к лучшему, сделайте шаг назад. И в первую очередь поменяйте себя к лучшему. И вот когда вы сможете изменить себя к лучшему, тогда станет лучше и вашей семье, и тогда вы сможете изменить то общество, которое вас окружает. Успехов, до встречи, пока!